Стать участником масштабного проекта может любой гражданин России, достигший 18 лет. Кандидаты должны обладать достижениями в учебе, спорте, науке, творчестве, профессиональной или общественной деятельности. Эстафета «Огня зимней универсиады 2019» стартует 20 сентября этого года, в Международный день студенческого спорта. Ее маршрут пройдет по улицам и площадям 30 городов страны, в том числе и Каннска. На 10 участках дороги, которая в настоящее время будет определяться, будет проходить эстафета. То есть 10 человек будут нести факел огня. Эстафета может быть это разрывная, то есть не один участок дороги, а разные участки дороги. Мы сейчас с этими участками дороги определяемся. Соответственно, будет 10 факелоносцев, которым будет предоставлена форма. Форма потом впоследствии факелоносцам будет подарена. 8 человек факелоносцев будут из города Каннска. Завершится факельная эстафета в Каннске на площади Коростелева, а затем состоится концерт в городском доме культуры. Все это запланировано на 9 февраля 2019 года. Для участия в конкурсе претенденты должны зарегистрироваться на сайте Росмолодежь до 2 мая. И в течение месяца комиссия выберет факелоносцев. Напомним, зимняя универсиада 2019 будет проходить в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.